Здравствуйте, эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили планы на следующий год и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления. В администрации Самары состоялось итоговое заседание Президиума Ассоциации Совета муниципальных образований. Его провела глава города Елена Лапушкина. Весточка с Родины. В преддверии новогодних праздников активисты Народного фронта совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области отправили самарским военным генераторы, теплую одежду и сладости. Новый год все ближе. Какие направления для отдыха выберут в этом году самарцы? Самарский спортсмен получил престижную награду. Всероссийская федерация парусного спорта впервые отметила воспитанника спортшколы из 63-го региона. В администрации города состоялось итоговое заседание Президиума Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. Его провела глава областного центра Елена Лапушкина. Участники заседания определились с планами на 2023 год и обсудили изменения в положении о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Обсудили планы на следующий год и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления. В администрации Самары состоялось итоговое заседание Президиума Ассоциации Совета муниципальных образований. Его провела глава города Елена Лапушкина. Она рассказала главам городов и сельских поселений Самарского региона об итогах съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, который состоялся в Нижнем Новгороде. Принципиально самое важное, то организация Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в Арцу остаются практически единственные организации, которые будут объединять все органы местного самоуправления под свое крыло. Когда есть единоначалие, когда есть одна организация, конечно, с этим, наверное, гораздо легче. Участники заседания определились с планами на 2023 год. В том числе обсудили расходы и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления, который в начале следующего года пройдет в Самарской области уже в третий раз. Мы всячески пытаемся органы местного самоуправления стимулировать, создавать ТОСы, то есть органы территориального общественного самоуправления. Это связано в том числе с тем, что на конкурсе лучших муниципальных практик существование ТОСов оценивается как необходимый элемент для получения призовых мест, а следовательно и для получения дополнительных средств из федерального бюджета в бюджеты муниципальных образований. Цель конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления не только поощрять самых активных участников, но и распространять лучшие практики на другие ТОСы, привлекать территориальное общественное самоуправление к работе на благо жителей. В числе победителей прошлых конкурсов – ТОС «Виктория» из Хворостянки. Проект «Чистый родник» занял призовое место в номинации «Охрана окружающей среды. Развитие экологической культуры населения». Очень здорово, потому что поднимает дух населения и как бы видим, для чего мы украшаем свою родину мало. Поэтому как раз вот здесь мы видим то, что мы хотим видеть в нашей жизни. И как раз получаем всю практическую помощь, прямо напрямую сразу. И дальше делимся с коллегами, обсуждаем вопросы, которые их интересуют, и приносим сюда на заседание. Напомним, что все победители конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления получают гранты из бюджета Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области или из федерального бюджета, если победитель проявил себя на всероссийском этапе. Средства необходимо направлять непосредственно на деятельность территориального общественного самоуправления. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В преддверии новогодних праздников активисты Народного фронта совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области решили отправить самарским военным весточку с Родины. Как неравнодушные самарцы проявляют свою заботу о защитниках страны, расскажет Александра Гусева. Коробки, заполненные сладостями, теплая зимняя одежда, генераторы для подключения электричества и письма с самыми теплыми пожеланиями уже совсем скоро попадут в руки адресатов. Активисты Народного фронта совместно с Управлением Федерального казначейства собрали очередную машину с гостинцами для самарских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Большая радость для них в том, что перед Новым годом им будут какие-то определенные сладкие подарки и оказана помощь. В том плане, что
находясь там, им нужна поддержка нашего населения, нашего региона. Активисты Народного фронта в рамках проекта «Все для победы» отправляют гуманитарную помощь еженедельно. Собирают ее как простые люди, так и бизнес-сообщество. В сборе сегодняшней партии гостинцев активное участие приняли обучающиеся школы 174. Школьники совместно со своими педагогами и родителями не только собрали необходимые вещи, но еще и написали подбадривающие письма и нарисовали открытки. «Все для победы» – это не акции, это не какой-то лозунг. Это сущность, без которой невозможна победа. И вот сегодняшний день и многие другие дни, которые мы занимаемся, когда собираем гуманитарную помощь, видно, что все больше и больше людей действительно считают именно так, что народ и армия едины. За все время специальной военной операции из Самарской области в рамках проекта «Все для победы» на фронт отправили более 200 тонн гуманитарного груза. Таким образом, жители региона стремятся выразить свою поддержку тем, кому сейчас приходится нелегко. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Рабочие заканчивают переносить инженерные коммуникации. Также в историческом центре подходит к концу разработка стартового котлована. А в его основании уже занимаются подготовительным бетонированием. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновской. Напомню также, что 5 декабря, в понедельник, открыли движение в районе улиц Полевой и Новосадовой. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному маршруту. Все процессы, связанные с возведением станции «Театральная», находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция «Театральная» свяжет удаленные районы Самары, в том числе Безымянку и Юнгородок, с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Все вы знаете, что в настоящее время строится еще одна станция метро «Театральная» у нас в городе Самаре. И с введением ее в эксплуатацию будет гораздо удобнее добираться до каких-то мест, которые нам необходимы. На ту же площадь Куйбышева можно будет доехать, там новогодние праздники. Уберечь от беды на дороге помогут световозвращающие элементы, которые должны быть правильно закреплены на одежде ребенка. Сотрудники госавтоинспекции вручили учащимся 5-й школы световозвращающие аксессуары и рекомендовали их использовать в темное время суток, чтобы стать заметными для водителей. Подробнее об акции «Светопатруль» в сюжете Елены Чернявской. Жительница Самары Екатерина Маслова приехала в школу, чтобы забрать дочь второклассницу после уроков. Рассказывает, покупая ребенку одежду, всегда думает о безопасности, поэтому выбирает вещи со светоотражающими элементами. Благодаря этому сегодня мама с дочкой оказались участниками акции сотрудников ГИБДД. Дочке вручили яркий световозвращающий браслет. Да, конечно, мы выбирали комбинезон специально с светоотражающими элементами, чтобы ребенку видно было, да, в темный период времени. Такие акции сотрудники ГИБДД в Самаре возле школ проводят регулярно. Цель не только напомнить детям и их родителям о правилах поведения на дороге, но и поощрить тех, кто думает о безопасности и носит световозвращающие элементы, а значит, более заметен на дороге в темное время. Когда дети выходят из школы, проверяют у них наличие световозвращающих элементов. Если световозвращающие элементы у ребенка на верхней одежде в наличии, то мы дарим ребенку подарок. Если световозвращающего элемента нет, то дарим световозвращающий элемент. Любая акция, любое мероприятие по безопасности дорожного движения очень важна. У нас целый курс внеурочной деятельности с 1 по 9 классы. Это есть. И дети узнают на кружках внеурочной деятельности об этом. Минутки безопасности проводим, участвуем в акциях. В сентябре была акция «Спасибо, водитель». Светоотражающие элементы изготавливаем своими руками. Во всех акциях участвуем, детям очень нравится. По словам сотрудников ГИБДД, особенно важно использовать световозвращающие элементы осенью и зимой, когда темнеет уже 4-5 часов вечера. В это время многие дети гуляют или возвращаются из кружков и секций. Если на одежде пешехода есть световозвращающий элемент, водитель видит его на расстоянии 200-300 метров, тогда как в обычной одежде не ближе, чем в 50 метрах. А значит, может не успеть вовремя затормозить. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Срок для своевременной оплаты налогов физическими лицами истек 1 декабря. За что именно надо заплатить и что будет, если проигнорировать требования закона и не успеть его исполнить за месячный срок, разбирались наши корреспонденты.
Минуло 1 декабря, значит, закончился крайний срок оплаты имущественных налогов за 2021 год. Теперь придется платить не только сам налог, но и пени. Порядок направления налоговых уведомлений не поменялся. Как раньше, они рассылаются по почте, заказными письмами или размещаются в электронной форме в личных кабинетах налогоплательщиков. Также гражданин может получить налоговое уведомление в любом налоговом органе, либо в МФЦ. Оплатить задолженность по-прежнему можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в личном кабинете налогоплательщика. Для этого достаточно ввести реквизиты своей банковской карты. Заплатить налоги также можно и по QR-коду или штрих-коду из налогового уведомления на почте, в МФЦ или кассах местных администраций. Начинается 2 декабря. Должникам будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка. После этого будет информация о задолженности передана в судебные органы для принудительного взыскания. Жительница Самары Валерия Варава срок уплаты налогов пропустила, поэтому лично пришла в налоговую инспекцию уладить все вопросы. Я была подключена к личному кабинету налогоплательщика и платила за квартиру, но случилось так, что я забыла пароль, я не заходила просто в личный кабинет, и он у меня заблокировался. Я пришла, чтобы получить платежку и вовремя оплатить. Если указанные в уведомлении налоги не были оплачены вовремя, то со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее вопросом урегулирования задолженности будут заниматься судебные приставы, которые имеют право принять меры по принудительному взысканию налогов. Судебные приставы будут взыскивать за счет денежных средств, которые есть на счете. В счетах плательщика могут наложить ограничения на регистрационные действия с каким-то имуществом, поэтому лучше уплатить незамедлительно и не откладывать это в долгий ящик. Кроме того, можно столкнуться с рядом ограничений – замороженными банковскими счетами, арестованным имуществом или отказом в выезде за границу. Получить кредит в банке также будет проблематично при наличии налоговой задолженности. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других темах дня. Массовое ДТП произошло в Самаре во вторник вечером 6 декабря. В районе рынка «Караван» столкнулись два рейсовых автобуса и два легковых автомобиля. За медицинской помощью обратились три пассажира из разных автобусов. Все они взрослые люди. Полицейские выясняют причины аварии. И еще одно ДТП произошло вечером во вторник в Тольятти. 38-летняя женщина, находящаяся за рулем автомобиля Kia Rio напротив дома 64 по проспекту Степана Разина, допустила наезд на припаркованный справа по ходу движения автомобиль. С места происшествия госпитализирована 4-летняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве в иномарке. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Специалисты регионального Минздрава напомнили жителям Самарской области о важности диспансеризации. Своевременное обследование помогает выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии и избежать тяжелого течения недугов. Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительности жизни. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет. Диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии. В рамках диспансеризации жители могут пройти специализированные обследования, которые помогают в диагностике рака. Речь идет о маммографии, флюорографии, цитологическом скрининге рака шейки матки. Своевременно выявленный рак излечим в 90% случаев. В Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина поставили современный 128-срезовый компьютерный томограф. Новое оборудование установлено в региональном сосудистом центре областной больницы. С его помощью можно получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат, рассказали в Минздраве Самарской области. Аппарат проведет исследование пациентам с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения с ишемическим инсультом для определения степени участка поражения, поможет исключить геморрагию. Логический инсульт. На таком компьютерном томографе диагностика будет более точная и информативная. 20 декабря перед фабрикой кухни состоится презентация арт-объекта Николая Полисского, передает пресс-служба филиала Третьяковки в Самаре. Николай Полисский – яркий представитель русского ленд-арта, искусство вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его работы отличаются грандиозным масштабом и гармонией с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Люксембурге, Париже, Майами, Барселоне и были представлены в крупнейших музеях мира.
Египет, Арабские Эмираты, Таиланд – самые популярные направления для зарубежного отдыха у самарцев на предстоящие новогодние праздники. Как отмечают туроператоры, стоимость туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Тем не менее, цены немного снизились и путешествия стали доступнее. Куда и за сколько можно улететь, а также действуют ли на популярных курортах антиковидные ограничения, выяснила Светлана Кудрявцева. Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на новогодние праздники у россиян станут Турция, Беларусь, Египет, Израиль, а также Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Россияне также традиционно собираются в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. У самарцев самое популярное направление зимой – Египет, курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с прямыми вылетами из Курумыча. Цены вполне адекватные. За тур где-то на 9-10 ночей, за двоих от 73 тысяч на двоих. Дешевле вылеты, например, 22-23, когда до Нового года еще целая неделя остается. И существенно растет цена уже 120-130 тысяч, если вы хотите улететь непосредственно 30 числа, например. Это также 9-10 дней. Арабские Эмираты, они, собственно говоря, и работали почти весь период. Хотя Эмираты и Египет не совсем лучшие направления для Нового года, потому что это самый холодный период в этих странах. Днем температура где-то градусов 25, и уже часов с 3 начинается прохлада, то есть уже без ветровки не обойдетесь. И сказать, что это комфортное время именно для пляжного отдыха, ну, на 100% нельзя. Но, с другой стороны, попасть в 25 градусов из наших морозов, плюс система «все включено», плюс возможность экскурсий, как раз экскурсии комфортнее посещать при такой температуре, то это прекрасный вариант для отдыха. Турция зимой тоже не курортная, но под Новый год отели готовят праздничные программы вместо пляжного отдыха, закрытые бассейны и спа-комплексы. А вот из жарких направлений самарцам доступен Таиланд. Из Самары есть прямые вылеты на 10 дней в Паттайю. Мы все за последние годы привыкли к острову Пхукет, потому что они по деньгам с Паттайей были одинаковы. Но при этом Пхукет более экзотичен, где-то 130 тысяч за двоих – это как бы на новогодний пакет. Плюс надо сюда добавить новогодние ужины, потому что что в Египте, что в Эмиратах, что в Таиланде всегда нужно к пакетному туру плюсовать еще новогодние ужины. Это тоже дополнительные расходы. Дешевле в Таиланд, Египет и Эмираты можно улететь из Казахстана, отмечают туроператоры. Из Уральска, из Астаны, ну, из казахстанских городов. Там даже есть возможность немножко сэкономить. Конечно, это немного сложно, осложняется тем, что надо такси до Уральска заказать, хотя у нас есть и надежные таксисты, которые работают в связке с туроператором, и мы уверены, что они довезут в лучшем виде. За последние несколько месяцев почти все популярные пляжные страны отменили ограничения, которые вводили в период пандемии коронавируса. Если раньше требовался сертификат на английском языке, плюс перед поездкой за 3 дня вы сдаете тест, ПЦР-тест, то сейчас все страны, перечисленные, которые мы уже упоминали, они сняли все эти ограничения, не нужно заполнять ни декларацию о здоровье, ни тесты сдавать, ни показывать сертификаты. Единственная страна, которая сейчас тоже доступна к отдыху, это Индия. Там пока сохраняются как бы требования тестов, но я думаю, что в ближайшее время они тоже снимут их. Доступна для путешествий Шри-Ланка. Минздрав этой страны как раз отменил ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса для прибывающих из-за границы. В Шри-Ланку есть прямые вылеты из Москвы и со стыковкой в Дубае, как и на Мальдивы. Цены тоже примерно от 130 тысяч рублей на двоих. Дешевле вылеты из Москвы, но нужно заранее подбирать стыковочные рейсы. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Воспитанник яхт-клуба «Дружба» из Тольятти стал первым спортсменом из Самарской области, получившим престижную награду за всю историю ее существования. В международном турнире по сумо «Кубок Содружества» второе место занял представитель Самарской области Артем Пуляшкин. Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» сейчас находятся в отпуске. Самарская команда соберется 6 января в Москве, где пройдет медицинский осмотр. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта».
Воспитанник яхт-клуба «Дружба» из Тольятти стал первым спортсменом из Самарской области, получившим престижную награду за всю историю ее существования. Торжественная церемония награждения состоялась в Сочи в рамках выездного заседания Президиума Всероссийской Федерации парусного спорта. Всего членами Федерации в качестве соискателей премии было выдвинуто 13 человек, из которых 6 юноши и 7 девушки. Голосование проходило на сайте ВФПС с 18 по 25 ноября. Проголосовать за выбранного кандидата мог каждый член Федерации, так как в национальной премии жюри не предусмотрено. Дмитрию 20 лет, он мастер спорта по парусному спорту и выступает в составе экипажа из 2 человек на олимпийском классе яхт 470. В сообществе яхтсменов Дмитрий оценивают как спортсмена с большими перспективами. Сейчас он является представителем сразу 2 спортивных школ Олимпийского резерва. Тольяттинского отделения ГАУС ШОР номер 6 и ГБУС ШОР по парусному спорту Крестовский остров, где тренируется под руководством тренеров Александра и Галины Лаздиных в Тольятти и Романа Шилина в Санкт-Петербурге. В международном турнире по сумо Кубок Содружества второе место занял представитель Самарской области Артем Пуляшкин. Об этом сообщает региональное министерство спорта. Соревнование прошло среди мужчин и женщин. Участие приняли около 200 лучших сумоистов из России, Беларуси, Ирана, Монголии, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Грузии и Армении. Победитель определялся по результатам 3 раундов. В каждой весовой категории выступали не более 8 спортсменов от каждой страны. Тем временем футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» сейчас находятся в отпуске. Самарская команда соберется 6 января в Москве, где проведет медицинский осмотр. У «Крыльев» запланированы 3 сбора, все они пройдут в Турции. На первый УТС команда отправится 9 января. Ближайший официальный матч «Крылья» проведут в рамках финала «Фанбет Кубка России». Встреча пройдет 22 февраля в Самаре. Соперник уже определен, им стала команда «Динамо». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самарского района сообщает, что Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в соответствии с постановлением главы городского округа Самара предоставляет ежемесячную денежную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории областного центра. Постановлением администрации Самары установлены ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ежемесячной денежной выплаты с 01.07.2022. В Самарском районе для предоставления этой услуги граждане могут обращаться в филиалы МФЦ, а также в Центральный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению по адресу улица Никитинская, 79. Уточнить информацию можно по телефонам, указанным на экране. Администрация Советского района в телеграм-канале рассказывает, что в Центральной детской библиотеке прошло торжественное мероприятие в честь Дня волонтера в России. Светлана Симонова, руководитель волонтерского объединения «Вторсырье на благотворительность», рассказала об экологии и успехах центра, о планах и перспективах развития. Андрей Шарафутдинов, руководитель волонтерского центра Самарского государственного экономического университета, рассказал о неделе добровольчества в университете. Максим Пименов, активист местного штаба Советского района, поделился впечатлениями о гуманитарной миссии в ДНР. Лучших волонтеров Советского района наградили благодарственными письмами. Ленинский район сообщает, что сегодня на внутриквартальной территории улиц Мичурина и Клинической прошел средник и выкладывает подтверждающие фотографии. Уборка проводилась силами застройщика, МБУ «Сахтоп», сотрудниками ресурсоснабжающей организации и представителями близлежащих магазинов. Администрация промышленного района Самары рассказывает о новой российской соцсети. Она называется «Луки», и в ней будут доступны такие функции, как посты, сторис, фото и видеоредактор, фильтры, хэштеги, комментарии и директ. После регистрации пользователь может синхронизировать аккаунт в «Луки» с существующим профилем в другой соцсети и перенести никнейм, фотографию профиля, посты, подписки и подписчиков. Соцсеть разработала российская команда под руководством Егора Яковлева, который известен как основатель стриминговых сервисов и создатель российского интернет-форума. «Скажи свое мнение» – наша рубрика, в которой мы продолжаем проводить опросы в телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, хотят ли наши подписчики, чтобы 31 декабря стал выходным днем. 85% респондентов ответили положительно. 7% считают, что лучше сделать дополнительный выходной в январе. 5% радуются, что все равно не будут работать в этот день. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи.